Всем привет! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти-компаниях. Сегодня я хочу рассказать о новой большой платформе KIK.ICO. Присоединяйтесь к крипто-революции. KIK.ICO – единая платформа для ICO, краудфандинга и краудинвестирования, основанная на смарт-контрактах. Станьте инвестором и поддержите движение по созданию краудфандинга. Для того, чтобы инвестировать в эту платформу, необходимо будет перейти по этой ссылке, зарегистрироваться и инвестировать. Немного скажем о деталях при ICO и самого ICO этой платформы. При ICO началось 28 июля 2017 года и идет сейчас. ICO начнется, основной этап ICO начнется 29 августа 2017 года. В течение pre-ICO один эфир будет равен 6000 KIK-коинов. В период основного этапа ICO один эфир будет равен 3000 KIK-коинов. И в реализации один эфир будет равен 2000 KIK-коинов. Зачем покупать KIK-коины сейчас? Мы спрогнозировали приблизительное увеличение значения KIK-коин. По нашему мнению, это произойдет потому, что цена KIK-коина сейчас составляет всего 0,0167 эфира. Цена ICO будет уже в два раза выше. Один KIK-коин будет равен 0,0333 эфира. Таким образом, на этапе pre-ICO инвесторы получают скидку в 66,67%. Прибыль таким образом равна x30. В течение ICO, основного этапа ICO, скидка на стоимость KIK-коина будет равна 33,33%. Сам KIK-коин будет стоить, один эфир будет стоить 3000 коинов. Соответственно, прибыль в x15. Таким образом, инвестировать на ранних этапах, как и везде, и особенно на этой платформе, очевидно, выгодно. Мы хотим сообщить вам, что в рамках тестового инвестиционного раунда мы уже привлекли 500 эфир с минимальным вкладом 50 эфир. Благодаря этому мы собрали вместе идеологов, которые верят в будущее проекта и убеждены в эффективном функционировании KIK.ICO в дальнейшем. Присоединяйтесь к краудсейлу KIK.ICO. Для того, чтобы присоединиться, необходимо перейти по этой ссылке, ознакомиться с информацией и рассмотреть этапы инвестирования и принять в нем участие. Таким образом, первое, создаете свое ICO легко, без опыта и в координировании. То есть эта платформа будет давать возможность многочисленным стартапам выходить на рынок, привлекать инвестиции. Какая еще особенность у этой платформы? Финансируйте свой проект криптовалютой со всего мира. Также получаете прибыль, инвестируя в сильные проекты. Поддерживайте проекты, получаете вознаграждение и эксклюзивные предложения. Низкая комиссия 4% для компаний ICO и краудфандинга. Проекты компании ICO, краудфандинг и краудинвестинг входят в KIK.ICO. Учредители, создатели проектов краудфандинга, KIK.Coin с внутренней валютой и основой KIK-экономики. Инвесторы, люди, поддерживающие проекты краудфандинга, это те сообщества, которым будет интересно, это те люди, которые заинтересованы в развитии своего проекта, и платформа KIK.ICO будет им в этом активно помогать. В чем отличие от многих других ICO? У нас есть торговый продукт, его можно изучить, перейдя по этой ссылке, а также посмотрев белую книгу этого проекта, где он достаточно подробно описан.
Вкратце можно сказать, что с 2012 года мы занимаемся краудфандингом. Мы помогли многим компаниям воплотить свои идеи в жизнь и собрать средства. В 2014 году наша команда приступила к созданию собственной независимой платформы для краудфандинга. Мы исследовали и проанализировали поведение краудинвесторов, изучили недостатки существующих площадок краудфандинга предыдущего поколения и поняли причины, по которым финансируемые проекты зачастую терпят неудачу. После 3 лет работы мы готовы предоставить вам KIK ICO, уникальную платформу для компаний ICO, краудфандинга, краудинвестинга, которая удобна для учредить как для учредителей, так и для инвесторов. То есть разработчики этой платформы уже имеют большой и успешный опыт работы в том, и теперь они объединили все свои знания и навыки в этой платформе, воплотили их в жизни и могут предоставлять услуги, подкрепленные большим успешным опытом, услуги для начинающих стартапов. Мы поставили перед собой цели в отношениях с нашими партнерами. Обучать учредителей созданию успешных проектов на основе криптовалюты. Выбирать наиболее интересные проекты, которые вместе с нами изменят мир краудфандинга в лучшую сторону. Отправляйте свой проект на нашу платформу прямо сейчас. Для этого тоже есть ссылка. Заполнить форму и перейти на проект. Эта платформа KIK ICO позволяет создать рынок прямо на платформе, мотивирует авторов проекта к успеху на платформе, мотивирует участников быть активными, повышает ликвидность KIK Coins, предназначен для защиты инвесторов и сторонников или бэкеров от неудачных или мошеннических компаний, защищает от дефолта. Давайте поговорим о KIK Coins. KIK Coin – это криптовалюта, присуждаемая сторонникам, которые поддерживают компании при ICO, ICO или краудфандинга. KIK Coins выпускаются платформой KIK ICO для сторонников в обмен на криптовалюту или фиат. Поэтому KIK Coins никогда не берутся из воздуха, а всегда поддерживаются другими валютами, а также успешно завершенными компаниями на платформе. Единственным исключением является первоначальное генерирование KIK Coins. В общей сложности было создано 815 миллионов KIK Coins, включая 15 миллионов для проведения pre-ICO и 600 миллионов для проведения основного этапа ICO. Еще 100 миллионов были созданы и распределены между учредителями KIK ICO, а оставшиеся были созданы для консультантов лотереи Баунти ранних инвесторов и пиара. KIK Coins не предназначены для майнинга пользователями или любыми другими компаниями. Эмиссия KIK Coin. Для компании ICO плата за использование платформы составит 4% от собранного эфира и 4% в токенах компании. В свою очередь мы предоставляем от 4 до 8% KIK Coins, по сути продавая KIK Coins создателю компании в обмен на оплату. Эти KIK Coins будут предоставляться сторонникам вместе с токенами компании. Для компаний краудфандинга мы предоставляем сторонникам от 4 до 20% стоимости их инвестиций в качестве KIK Coins, зависимо от их репутации на сайте, оценки кармы. Этот показатель берется с бирж, но никогда не будет меньше 0,305 эфир за KIK Coin. Эта система гарантирует, что как в ICO, так и в краудфандинге сторонник получает криптовалюту за их деньги. У нас есть два требования для создателей компании краудфандинга, которые хотят, чтобы мы предоставляли им KIK Coins. Они должны предоставить нам удостоверение личности с фотографией и подтверждение адреса в форме счета за коммунальные услуги или выписки по счету из банка, как при проверке с помощью платежной системы. Так мы узнаем, что они настоящие и кем являются. Компания должна быть не менее $10 000 США стоимостью. Меньшие компании слишком рискованные, потому что они могут стать мишенью для
рекурсивной атаки, в которой кто-то создает компанию, платит собственные деньги через фиктивные учетные записи сторонников, в итоге получая собственные деньги и наши KickCoins. Также с проектом можно ознакомиться в белой книге этого проекта. Вверху была ссылка. Команда профессионалов с успешным опытом работы. Люди, которые знают и умеют делать хорошо то, что они делают. Пожалуйста, обратите внимание на эту платформу. Принимайте участие в ICO. У платформы большие планы. Планы на будущее, это видно по их дорожной карте. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!